Девчонки больше не наденут накрахмаленные фарточки, а мальчишки не подергают одноклассниц за косички. Сегодня в ульяновских школах прозвенели последние звонки для выпускников старших классов. Но я сегодня разделяю именно с вами чувство радости, наверное, от того, что впереди целая жизнь. Жизнь, полная нового, интересного, креативного и обязательно успешного. Чувство огорчения, потому что те 11 лет, которые остались за плечами, они не забудутся никогда. В многопрофильном лицее номер 11 по старой и доброй традиции уже без 5 минут студентов провожают во взрослую жизнь из родного актового зала. В этом году из школы выпускается 50 одиннадцатиклассников и 75 девятиклассников. Последний звонок не говорит об окончании школы, он говорит лишь только об окончании уроков, а впереди их ждут экзамены. Экзамены – это очень серьезное испытание, которое я желаю с честью преодолеть и показать все то, чему мы их научили за эти 11 лет. Всего же в 2018-м последний звонок прозвенел для 7500 выпускников 9-11 классов школы регионального центра. У каждого из них навсегда останется память о беззаботных школьных годах, первой любви и обожаемых предметах. Ну, как-то немного страшновато. Все равно 11 лет мы провели в школе, это как бы детское, такое беззаботное время. И во взрослую жизнь вступать все равно немного страшно. Мы не знаем, что нас там ждет. Хорошо, я выучила химию, хотела действительно стать врачом. Встретила тут мальчика, который мне нравится очень. Вот. Ну и все. И самые лучшие годы, вот действительно, наверное, эти два, когда я перешла в эту школу. Многие даже на репетиции любого выступления уже были готовы плакать, а некоторые уже плакали. Это действительно, это грустно. Вот. Но школьные годы – это как бы событие, которое, ну, рано или поздно кончается, и нужно идти дальше и заканчивать, в конце концов, университет и плакать дальше уже там. Я училась раньше в другой школе и по направлению перешла сюда, и поэтому эти ребята не очень классные. Ну, грустно расставаться со своими одноклассниками, все-таки, ну, как семья. Хочу пожелать, чтобы выпускники не волновались перед экзаменом, это самое главное. 80% успеха зависит от, чтобы не волновались. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.